Друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И сегодня приготовил для вас интересный ролик. Посмотрите его до конца. Здесь есть хорошая перспектива для заработка. Это биржа Bybit. И давайте сейчас по порядочку вам все расскажу, почему я ее выбрал и как я планирую здесь зарабатывать. Итак, сейчас перешли на CoinMarketCap. Давайте посмотрим биржу Bybit. Она находится у нас на 16 месте с объемом торгов 287 миллионов долларов. И она довольно уверенно свои позиции, так сказать, поднимает. Итак, сейчас находимся на главной странице биржи Bybit. И как я здесь планирую зарабатывать? Я здесь планирую участвовать в пулах и в лаунчпадах. Сейчас я участвую в лаунчпаде, друзья, монеты Дженни. И данный лаунчпад будет проходить с 11 до 16 ноября, то есть 5 дней. И вы можете здесь принять участие, потому что здесь можно сделать очень много иксов. В любом случае, если даже вы будете просто наблюдать, посмотрите, я покажу, сколько я смог здесь заработать через 5 дней. Итак, друзья, пока мы участвуем в лаунчпаде, мои токены бит, которые я купил, находятся в стейкинге и переносят мне еще 11% годовых. Сейчас мы перешли на мой Bify аккаунт. Здесь переходим в раздел Launch Pool. Видим мой стейкинг. У меня здесь застейкано 1016 бит. Я могу в любой момент их забрать. Для этого нужно просто нажать кнопку «Забрать». Соответственно, сейчас я этого не буду делать, потому что токены стейкаются и участвуют в лаунч-пуле. Итак, давайте теперь посмотрим монету BitDAO. Я немножко расскажу, что она из себя представляет. И эта монета, как я уже говорил, она примерно будет на бит, как BNB на Binance. Только она находится, так сказать, в своей начальной фазе развития. Как мы видим, на CoinMarketCap она появилась только в августе. И вот она дала рост в 2 икса. И я думаю, это не предел. Думаю, в течение года мы здесь сможем сделать 10-20 иксов. Я зашел сюда минимум на год, друзья. Давайте посмотрим, где торгуется эта монета. Ну, много на каких биржах. Соответственно, есть еще потенциал, куда расти. Листится на Binance и на других топовых биржах. Давайте посмотрим холдеров. И здесь мы видим, что график уверенно растет. Соответственно, если биржа будет чаще проводить лаунчпады, то таким образом она привлечет большое внимание к своей платформе и к монете Bit. Сейчас перешли в раздел лаунчпад, и как мы видим, это только третий лаунчпад на данной платформе. То есть, ребят, все только начинается. Вот у них был первый лаунчпад Bit, потом CBX, и вот сейчас третий Дженни. Соответственно, покупая монеты Bit, мы здесь можем регулярно участвовать в лаунчпадах, а как вы знаете, на них можно зарабатывать от 10 до 100 иксов. Плюс мы можем участвовать в стейкинге, зарабатывать деньги на стейкинге. И также у нас есть потенциал роста монеты в 10-20 раз. Поэтому, друзья, я выбрал эту платформу. Я считаю, что здесь минимум рисков. И теперь я здесь буду зарабатывать и все показывать на своем канале, в YouTube и Телеграме. Итак, друзья, что вам нужно сделать, чтобы здесь зарабатывать? В первую очередь вам нужно зарегистрироваться. После регистрации вы можете перейти в бонусный центр и получить бонусы. Так как биржа находится в начальной фазе своего развития, она сейчас насыпает много профита новым участникам за выполнение разных заданий. И вы можете здесь получить до 500 долларов, друзья. Читайте все условия и зарабатывайте здесь деньги. Покупайте биты. И участвуйте в лаунчпадах и в стейкинге, друзья. Перевести деньги на биржу вы можете любым доступным способом. Переходите на свой спотовый аккаунт, нажимаете депозит. Вот я пополнял в USDT. Далее выбираете сеть TRC20. Нажимаете информирован. И просто переводите на этот адрес USDT с любого другого вашего кошелька. После этого нажимаете торговать на споте. В левом верхнем углу выбираете монету, которую хотите купить, это будет бит. Далее выбираете количество, которое хотите купить, и нажимаете купить. И после того, как вы купили бит, вы уже автоматически участвуете в лаунчпаде, плюс можете закинуть средства свои в стейкинг. И через 5 дней уже получим первые свои монеты. Всего будет роздано 250 тысяч Дженни, это очень мало, поэтому я думаю, здесь мы можем сделать довольно много иксов. А как вы знаете, такие монеты, как Мина, Coin98, показывали после лаунчпадов огромные иксы. Также и здесь мы
В любом случае, рано или поздно получим свои иксы, если будем держать монеты бит, друзья. В общем, вот такой ролик, друзья. Я думаю, он был полезный, информативный. Поставьте лайк, напишите комментарий. Я буду держать вас в курсе событий. Будем здесь теперь зарабатывать на этой бирже, участвовать во всех лаунчпадах, во всех обновлениях. Поэтому подключайтесь, тоже зарабатывайте. Я на этом прощаюсь. Через 5 дней посмотрим, сколько мы получим монет Жене. Поэтому подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья!